настраивать свой инструмент, потому что, понимаете, да, здесь не просто так. У реки влажность большая. Влажность, ладно. Когда я не поступил в институт с первого раза, такое случилось в моей жизни. Накануне поступления я поехал в город Солнечногорск на вечер поэзии Александра Блока. И там... Сам Блок. Не, Блок в это время отсутствовал, прислал Пола Маккартни вместо себя. Вот. И там торчал плакат, как сейчас говорят, постер. Это работа Сомова Константина 1907 года. Портрет Блока, он стоит такой, и высотой там с трехэтажный дом. Значит, 2 августа мой день рождения, 1 августа эти блоковские чтения в Солнечногорске, я поехал, родители, конечно, в состоянии паралича, я сказал, что я поехал на консультацию по математике, вот. Я поехал с другом, который был в нашей группе первым барабанщиком, к сожалению, сейчас он уже находится у праотцов своих. И когда закончился этот вечер поэзии, я говорю: Дрю, вот ты видишь Блок высотой с трехэтажный дом. Давай дождемся, когда вся эта бодяга закончится, свернем, скажем, что мы рабочие из местного этого слепо, свернем этот плакат, и он сказал: старик, ты завтра точно не сдашь экзамен. Ну, в общем, я не свернул тот плакат, к сожалению, потом я купил копию жалкую такую 9/12. Вот. Экзамен я так и не сдал. Но сейчас мы сыграем песню, которая называется «Безалаберный блюз». Надо брать же клех. Баунский закончил. Белый танец, белый. Белый. Muddy waters fell blues, churning coffee bell blues. Muddy waters, churning coffee. Я был не прочь заняться этим. Эрик Клэптон пел блюз, белым парусом блюз. Эрик Клэптон. Я был не прочь заняться этим. Гитару. Мама мне говорила, но я хотел пожара, мама! Я хотел пожара! Мама! И был не прочь заняться этим. Thank you.
склад. Или просто зерги. Вечеринка старого доброго блюда.